почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Никто не станет спорить из тех, кто разбирается в современной литературе, что Роман Сенчин очень яркий, интересный и приметный современный русский писатель. Необходимо помнить, что судьба самого Романа Сенчина, как и многих его героев, связана с 90-ми годами и судьбой русских людей, оказавшихся на национальных окраинах. Трудно себе представить, как этим людям было непросто в одночасье почувствовать себя там не просто не удел, а ощутить кожей опасность для себя, угрозу жизни. В новый сборник «Не случившихся историй. Остановка» вошла повесть «Золотые долины» и рассказы из двух циклов. Мы знаем, что Роман Сенчин принадлежит к новому реализму, но в какой-то момент почитатели его таланта заметили, что писатель разочаровался, взгрустнул и растерял оптимизм. «Остановка» убеждает, что нам это только показалось. Сенчин, как всегда, объективен, мудр и философичен. Если что не может принять, то все же может увидеть самое светлое и самое лучшее в этом. Герой «Золотых долин» Илья родился в советском городке, теперь умирающим, и теперь он должен набрать несколько ведер брусники и земляники, а потом продать ее на базаре, ведь в противном случае и день, и доход семьи – все прахом. Казалось бы, что тут трагично высокого? Но Сенчин грустную историю поднимает выше древнегреческой трагедии. Не страшится бесконфликтной ситуации. Он показывает истинное противостояние между человеком и системой. А финал повести как глоток свежего воздуха. Последний рассказ «Срочная госпитализация» трогательный и невероятно щемящий о сыновии привязанности, о вечной любви и прощении. Многие герои Сенчина, как Илья Погодин из «Золотых долин», стоят на распутье, как, собственно, и каждый из нас, читателей. Главное – оставаться человеком и выбрать свет, добро и надежду. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».